Всем привет! В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами русские народные костюмы. У нас, посмотрите, как много костюмчиков. Русские народные костюмы для детей, для мальчиков и для девочек. Для мальчиков у нас русские народные рубашки. Белые, смотрите, вот посмотрим. Белые с синей тесьмой в цветочек. С пуговичками. Посмотрите, как красиво. Также пояс в комплекте. Здесь только рубашка и пояс. Такая белая рубашечка. Также точно такие же рубашки у нас пошиты в синем цвете. Посмотрите, такие васильковые. Тоже рубашечка с пуговичками. И пояс уже в комплекте. Все аккуратно упаковано. Вот так вот это выглядит. К данным рубашечкам у нас пошиты картузы, головные уборы, с синим цветком голубоватым. Вот посмотрите, такой картуз, здесь цветок белый с голубым. Картуз у нас на резинке, вот тянется, подходит абсолютно на любую голову, как на детскую, так и на взрослую. Вот такие вот картузы. Также у нас кокошники. Вот, посмотрите, кокошники. Кокошники ручной работы. Ярко-синего цвета. С золотистой тесьмой. Вот, посмотрите, золотые бусинки. Это все ручная работа. Посмотрите, как красиво. Кокошники ярко-синего цвета, они идут в цвет к сарафанам, к русским народным. Здесь все у нас из золотистых пайеточек, золотая тесьма везде идет. Кокошник сзади также идет на резинке, подходит абсолютно на любую голову. Как на взрослую, так и на детскую. Вот такой вот кокошник. И еще у нас русские народные костюмы для детей, костюмы в пол. Здесь идет сарафан, также с тесьмой, посмотрите, тесьма с золотой окантовочкой. Узоры вышитые здесь, цветочки. Также рубашечка в комплекте идет, отдельно она шьется. С пуговичкой ярко-голубого цвета. Пуговичка переливается. Вот посмотрите, какой яркий материал. Качество очень хорошее, очень качественные костюмы. Вот такой вот набор заказали у нас на танцевальный коллектив. Очень все качественное, яркое, пошито все идеально, аккуратно. Если вам понадобятся русские народные костюмы, можете смело заказывать на сайте grandstar.ru.